Прихожу я домой около 8 и первым делом завязываю волосы, снимаю линзы и надеваю очки. Таким образом превращаюсь в самую обычную домохозяйку. И как подобает, перехожу на кухню и буду начинать готовить ужин. Я бы сейчас с удовольствием съела что-нибудь соленого, но на ночь это не рекомендую, потому что утром будут сильные отеки. Поэтому нахожу капусту, вот такую вот маленькую, это моя самая любимая, честно не помню, как она называется. Буду ее готовить на пару с помощью мультиварки. Выставляю режим пароварки буквально на 10 минут. На пару капуста получается очень мягкой, сочной и самой вкусной. Также я нашла в холодильнике вчерашнюю картошку, я делала со сметаной и грибами, украшаю ее свежей зеленью, добавляю сыр, колбасу. В общем, ужинать я люблю так основательно, мотивируя это тем, что на работе я сильно устаю и мне нужна энергия. Но на самом деле кушать много на ночь — это плохо. Перехожу в комнату, обычно мы кушаем там перед телевизором, и буду сегодня смотреть сериал «Бруклин 9-9», очень классный для тех, кто любит сериалы по типу «Клиника». Я, например, их обожаю. Предвкушаю ваши вопросы. Да, мы не застилаем всегда кровать, потому что уходим рано утром, приходим поздно вечером. И, по сути, в квартире мы только ночуем. Поэтому заправляем ее, а на выходные уже убираем полностью. Где Чалис? Я Томми Кулдык, и я начинен праздничным настроением. Серьезно, Чарльз? Я же сказал, я Томми Кулдык. Глупый пилигрим. Хорошо, Томми Кулдык. Так-то лучше. Это Дэвидсоны. Они хотят узнать, что с их пропавшей бабушкой. У меня для вас ужасно печальные новости. Бруклин 9-9. Я уже себе здесь приготовила чай с лимоном и, конечно же, не могу обделить себя десертом. Сегодня сладенького у меня будут вот такие вот желатиновые хрюшки, это новое украшение, они со вкусом кока-колы. Дальше буду мыть посуду и перемещаться в ванную. Первым делом мне нужно будет снять макияж. Для этого я использую мицеллярную воду от Bioderma и обычные хлопковые диски. И теперь я хочу принять душ. Для волос я использую шампунь от Garnier, самый обычный, в качестве маски. Сейчас я подсела на маску от Vella, бальзам, даже это можно назвать. Мне очень нравится запах и эффект, и очень классно, что она быстро смывается. Для тела я обожаю использовать вот такие вот прям хардкорные мочалки, которые реально хорошо так массируют и царапают, можно сказать, кожу. Мне это очень приятно. У меня вот такая вот розовая варежка. И буду использовать обычный свой пахучий гель для душа от Dove. Теперь я еще раз хочу очистить кожу лица, опять же, той же мицеллярной водой, потому что после душа очень расширяются поры, и то, что не убралось с первого раза, уберется сейчас. Как видите, ватный диск у меня оранжевый. Дальше я умываюсь обычной водой и буду увлажнять кожу с помощью вот такого вот улиточного косметического масла. Стараюсь наносить не очень много, иначе будут забиваться поры. Обязательно увлажняю кожу ног, используя вот такой вот лосьон от Johnson's. Волосы долго в полотенце не держу, по совету, кстати, парикмахера, потому что они слишком напитываются влагой, и потом их будет сложно укладывать, поэтому сразу снимаю полотенце. Обратно возвращаюсь к телевизору и буду использовать вот такую вот массажную щетку для лица. Это действительно улучшает кровообращение, это приятно. И так у меня масло распределяется по лицу равномерно и быстрее впитывается за счет этого. Моя любимая часть — это использование патчей под глаза. Я использую вот такие вот патчи с AliExpress. Я их еще когда-то давным-давно купила и до сих пор использую, не нарадуюсь, очень нравится. Они идут вот такие, как патч с отверстием. Я его разрезаю на две части, делаю как будто дольки и помещаю под глаза. Они мега увлажняющие, немножко осветляют и освежают кожу. Обожаю это делать каждый день. Конечно же, увлажняю губы, используя самую обычную гигиеничку. И для рук у меня есть самый питательный крем, и он еще классно пахнет.
Как видите, у меня уже почти высохли волосы, и я пойду их укладывать феном. У меня волосы сами по себе вьются, я очень пушистая. Если не укладывать их феном, на завтра будет откровенное афро, а мне это очень не нравится. Поэтому каждый день я мою волосы и сразу же выравниваю их, использую вот такой вот круглый брашинг и просто вытягиваю, делаю их более гладкими и ровными. За полчаса до сна я всегда включаю увлажнитель воздуха, ложусь с ним рядом и досматриваю сериал. И для кожи полезно, и дышать приятно. Ну, в общем-то, такой немножко релакс прямо перед отходом ко сну. На этом все, мой день закончен. Надеюсь, вам понравится такого типа видео. Я лично сама люблю смотреть, как у кого проходит вечер. Все, буду отдыхать. Как видите, мой вечер не такой гламурный, как у других блогеров, но, тем не менее, показываю все как есть. Спокойной вам ночи, спасибо вам большое за ваше внимание и время. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны, а я вас всех целую и пока.